Привет! Добрый день, уважаемые любители футбола. С вами ТВ «Город Свободный». Новости спорта и в заключительном игровом дне по мини-футболу Кубок города Свободного. Мы выбрали матч, трансляцию матча за пятое место между командами «Динамо Якутск» и «Луч», команда из города Благовещенска. Эти команды встречались уже между собой на первенстве России. Не так давно, кстати, в городе Спасск-Дальний они провели встречу. Также, что, кстати, удивительно, ну, в принципе, ничего удивительного. Также они были в разных группах, и так сложилось, что в матче за пятое место они встречались между собой в первенстве России, зона Дальний Восток, между командами мальчиков 2008-2009 годов рождения. Вот. И там показали очень неплохой содержательный футбол. Вот. Мы видим, что сейчас ребята настраиваются на игру. И видим, у нас замена. Замена вратаря. В воротах команды «Динамо» начинает встречу Илья Валиулов. Как мы видим, наш вратарь Сарай Ростислав готов сегодня выйти в поле. Вот такие кадровые решения. Но ребята всегда борются и стремятся играть за призовые места. Поэтому, когда это не получается по ходу турнира, потом уже команда пробует различные варианты игры. Вариативность отрабатывают, пробуют схемы, пробуют замены вратарей и какие-то другие тактические моменты. Так же, как и вчера, команда будет играть в 3-4. В 3-4 у нас ребята собраны непосредственно все из мальчишки 2009 года рождения. И вместе с ними будет играть мальчик 2008 года, Дима Кузаков, который впервые у нас выехал на соревнования. Вот, ну, очень радостно за него, получает ребенок хорошие эмоции и первый свой опыт. После чего непосредственно станет, конечно, он сильнее, становиться будет сильнее и сильнее. Игра началась, пока не очень высокий темп. Как мы видим, Благовещенск решил начать игру вторым номером от обороны. Вот, не прессингуют ребята. Ну и Динамо Якутск пробует взломать оборону. Узуна дает на Алонова. Продвижение вперед. Жирков с мячом. Ошибка Жиркова на месте. Прием и грубейшая ошибка. Контратака. Опасный момент. Валиулов вышел. Сократил хорошо дистанцию и спас ворота. Надо добавлять скорости. Но и вновь ошибка. Узун. Удар по воротам. Мяч прошел рядом со штангой. Пока мы видим небольшие скорости. Надо ребят немножечко взбодрить. Аталонов обострил неплохо, прошел вперед. Араме, добавляйте движение, Араме. Динамо будет играть аут. Вот и Илья подключился пятым при розыгрыше аута. Получил мяч и сразу пробил. Хороший был момент у Лени Узуна. Узун чуть поувереннее сейчас подставь ножку и открывай счет матча.
мы видим сейчас, Миша Кольцов объясняет Ростику какой-то тактический рисунок, видимо, где ему открыться в той или иной ситуации, разговаривать между собой. Готовим смену. Миша, смену готовим. Узон. Вот и... Вот и тренер с Благовещенска начинает тоже своих ребят немножечко взбадривать. Игра началась в 10 утра по местному времени. Вчера мы были свидетелями того, как игроки «Динамо» Якутск после полуфинала в матче за 5-8 место продолжали вести активный образ жизни, и половина команды еще около 4 часов на поле футбольном проводили, играли с местными ребятами, познакомились. Ребята были старше 2005-2006 год рождения, и половина ребят сменили свои футзальные тапочки на коньки и вышли на каток, на массовое катание. Вчера катались на коньках. Вот, с утра, насколько мне известно, у некоторых хорошо проболели икроножные мышцы. Поэтому сейчас, я думаю, с этим немножко связано. Опасный момент. Гол. Луч забивает первый мяч. Вот, ну, будем надеяться, ребята разбегутся сейчас. Проснутся. Сегодня играют команды два тайма по 20 минут. К сожалению, по ходу турнира только в последний игровой день вот удалось организаторам выбить больше времени для проведения турнира. Вилли, ну подготовьте, Вилли. Торопятся, немножко суетятся игроки «Динамо». Нужно хладнокровнее сейчас действовать. Так вот, это впервые проводится такой турнир. Теперь он будет регулярным. Вот. И как заверил организатор, что в следующем году, конечно, и игровое время будет увеличено. И какие-то организационные моменты будут тоже также улучшены. Вот. Весь турнир проводился, напомню, два тайма по 15 минут. Сейчас ребята будут играть два тайма по 20 минут. Всем дадим сыграть. Безусловно. Опасный момент. Рост, да не приходи ты к нему. Зачем ты к нему приходишь, Рост? Хорошо на этом турнире все отмечают, и организаторы, и тренеры с других команд. На выступление Миши Кольцова проводит его сильно. Очень хорошая левая нога, обыгрывает один в один любого соперника. Вчера обыграл троих игроков и вратаря. К сожалению, и очень много моментов. Хорошо Антон Егоров прошел по бровке, прострелил. И Витя Гузеев молодец, забивает свой очередной третий мяч уже на этом турнире.
радостно за Витю. Это его второй только турнир. И в Спасске он забил свой мяч. И здесь уже отличается более... Ох, как опасно сразу. И тут же пропускают. Очень обидно, очень халатно сыграли в обороне сейчас. Смена! Смена! Вот вышли маленькие наши ребята, и с ними Дима Козаков. По апараметрии немножечко помощней ребенок. А так у нас что Егор Олейников, Роберт, Сережа маленькие, но при этом резкие, довольно-таки юркие мальчишки. И могут, не то что могут, а должны создавать, угрожать и действовать. Раскрепощенные свободно на поле. Луч с мячом. Дима очень пассивно сейчас действует в обороне Кузаков. Еще один мяч пропускает Динамо. 1-3 счет становится. Ну, у этого человека 412 матчей за сборную Азербайджана, поэтому... Сейчас, если ребята не взбодрятся, то продолжит матч непосредственно игроки, готовые бороться, готовые хорошо добавлять движение, готовые смело играть раскрепощенно, потому что пока видно у некоторых игроков Динамо определенная робость, скованность. Смену готовим. Егор Олейников, грубая ошибка, 1-4. Thank you.
Мы продолжим наш репортаж через некоторое время. Сейчас сделаем определенные коррективы, потому что пока команда... Товарищ судья, минута. Минута, товарищ судья. Минуту я хотел взять. А, время уже. Все, я понял. Сейчас будет окончание первого тайма. Начался второй тайм. Счет также по-прежнему у нас 4-1 в пользу команды «Луч» Благовещенска. Штрафной зарабатывает команда «Динамо». Разыгрывает. Поторопился. Чуть-чуть Аллонов. Нужно было придержать мяч. Отличная передача. Отличная передача Арамы. Алонов не справляется с завершением. Готовим смену. Смена. Саня. Саня. Все правильно, Саня. Втроем прессингует, а ты своего держишь на расстоянии. Саня, ну вы идете в прессинг, ну все синхронно поджимаете-то. Почему ты на расстоянии держишь соперника? Thank you.
Витя! Витя! Вить, а ты почему остановился сейчас? Витя! Витя! Я тебя спрашиваю, ты почему остановился? Свисток был или что, Витя? Дима, иди снимай. На. Чё я-то? Раз-два, Тоха, раз-два. Туда с продвижением вперед. Меняй направление, Вилли. Раз-два. Еще. Быстрее, быстрее, быстрее.
2-1-2. 2-1-2, давай попробуем. Тоха, поднимись выше, Тоха. Миша, иди к Вилле, Миша. Тоха, выше, шире. Арама, шире. 2-1-2. Уже, уже. О, ширина. Тут побыстрее надо. Миша, шире немножко. Еще. Тоха, зачем ты играешь вдоль бровки? Еще верни, Тоха! 2-1-2, встань. Тоха, выше! Чтобы от Вилли до тебя доходило! Армес! Жир в центр, жир! Середину, жир! Уже, уже! Жир, середина! У тебя жир в середине есть. Жир в центр. И шире немножко. Разворачивай. Миш, ищи тоже на Араме передачу, Миш. Побыстрее, побыстрее. Жир есть. О! Миша! Что за удар-то, Араме? Араме смена. Жир, середина, жир. Здесь, здесь середину. Во, гоняйте вот этого игрока. Еще, 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 побыстрее. Еще. Долго, Саня, долго. Арамай, останься шире, 3-1-1. Миш, ты последний, Миш. Или шире, 3-1-1. Жир, середина. О, хорошо. Побыстрее, Арамай. Жир, один. Жира, поищи. Здорово, Олег.
жиром поиграйте, середину найди. Свободный, делайте, вспоминайте. Ничего, 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 ничего.